Качественная продукция предприятия «Шымкентцемент», входящего в группу компаний «Итал Чименти Групп», становится ближе потребителям, проживающим в населенных пунктах по Беловодской трассе. Сегодня в селе Тасай был торжественно открыт магазин «Браво Билд», в котором можно приобрести цемент по цене завода-производителя. Вот так дан старт работе нового магазина, который рассчитан на реализацию около 400 тонн цемента ежедневно. Впрочем, руководство предприятия не сомневается, в этом магазине будут продаваться и большие объемы. На вопрос, возможно ли такое, коммерческий директор только улыбнулся. А вы придите сюда через час-полтора и посмотрите сами, здесь ничего не останется. А если говорить серьезно, мы не случайно решили открыть магазин именно здесь. Посмотрите, это активно застраивающийся район города. Ну а так как забота о потребителях и высоком уровне сервиса являются для нас главным приоритетом, мы идем к потребителям и открываем свои магазины там, где в нас действительно нуждаются. Кайрат Толакаев живет в Тасае. Мужчина, как только услышал об открытии магазина, сразу приехал. Говорит, теперь даже за доставку платить придется в разы меньше. А стоимость одного мешка такая же, как и на самом заводе. Я живу здесь поблизости, и я рад, что открылся такой магазин. Раньше за цементом приходилось аж на цемзавод ездить, а теперь вот, магазин под боком. Ну а качества у меня никаких претензий нет. И качество цемента, и сервис здесь на уровне. К слову, этот магазин стал 8-м открытым компанией в течение 4 лет. Сейчас 3 магазина работают в Шымкенте, 2 в городах Ленгер и Туркестан, еще 2 в поселках Капланбек и Казгурт.